На избирательном пункте номер 0212, который расположен в 4-й школе, свой выбор сделали заместитель председателя Совета города-курорта Анапа Александр Смирнов и депутат Совета Вера Севрякова. На этом участке было многолюдно с самого утра, и желающих проголосовать собирались даже в очереди. Но процесс проходил спокойно, без сбоев. Устраивает все в избирательном участке, потому что готовились. Много проведено работы, и администрация проводила работу, чтобы было все нормально. И вообще эти выборы очень много нового. Это и открепительное уже другое. И сегодня общественный контроль, как никогда не было. Сегодня общественная палата и общественный совет смотрит за партиями, которые сегодня наблюдатели, чтобы был порядок. Это тоже одно из новшеств. Поэтому сегодня, я думаю, все сделано и администрацией, и советом муниципального образования для того, чтобы мы спокойно проголосовали. Прийти сегодня на избирательный участок – это конституционный долг каждого человека. Мы выбираем будущее нашей страны, особенно в такое сложное время. И именно эту страну должен вести человек, который обладает всеми необходимыми для этого качествами. Настоящим праздником выбора президента назвали депутаты Совета Врешат Мачьян и Константин Апостолиди. Он проголосовал на участке в Джимите. Активность жителей здесь была особенно высокой. Сегодняшние выборы показывают, насколько неравнодушны наши жители. Не только, я думаю, нашего муниципального образования, а всей страны к сегодняшней политической обстановке. Очень активно у нас граждане голосуют. Действительно, это праздник нашей. Администрация постаралась, сделала это очень активно, организовала концерт.